Здорово, любители Warface, и с вами Макс. И с 24 числа у нас проходила акция под названием «Коробки удачи за победу спецоперации». И я решил, короче, провести одну такую вещь, типа эксперимент. Ну, не эксперимент, понятное дело, то, что выбить оружие из этих коробок, которые они дают за халяву, ну, очень маленький шанс. Но все-таки я видел людей, которые кидали скриншоты свои, то, что да, им выпадало донатное оружие. И, знаете, это, конечно, очень я за них рад, очень везучие, но, тем не менее, я пару дней все эти спецоперации ради эксперимента, конечно, ради интереса пробегал, и за все это время я получал гранаты, дымовые гранаты и также оглушки, и ничего путного, в принципе, не было. И тогда я решил поднакопить до конца акции все коробки и посмотреть, что из всего выпадет. Ну, как тут написано, то, что самое кайфовое, что может выпасть, это Beretta RX160 новая и M14 Crazy House. Но остальное не так уж интересно. Ну вот, в принципе, и моя корзинка. Что мне за все это время выпало? Так, коробка. Так, коробка. Так, начнем, наверное, с самой первой. Коробка с DLK7. 5 штук. Так, перекидываем. А, надо по одной кидать, я думаю, сейчас полностью. Так, одна коробка с M4 Crazy House. Ну, думаю, с одной коробки, если она выпадет, это будет невероятное чудо. На самом деле, ни хрена она не выпадет. Коробки 3 с MG3. Так, тоже кидаем. Так, коробка с Эйпингом. 870 раз. Две коробочки. И аж 9 коробок с АВМ. Ладно, все это тоже забираем. Так, 5 коробок с Desert Eagle. Так, тоже все это забираем. И того у нас, что у нас получается? 5, 6, 11, 20, 25 коробок всего. Так, перекину я все на альфа. Этими серверами, в принципе, я не пользуюсь. И хочу взглянуть, что мне выпало. Так, переходим на свою страницу в Warface. Так, и вот, смотрите, коробочки уже пришли. Так, и начинается все это с десерта. Так, открываем и смотрим, что у нас будет. Один знак воскрешения. Ну, в принципе, неплохо. Так, вторая коробочка с десертом. А, дымовая граната. Понятно. Третья коробочка. Три мины. Ну, неплохо. Опять дымовая граната. Вот M4 Crazy House. А, снайперский отряд Фантом на один день. И универсальный нож Кабар на 7 дней плюс 200 хп. Ну, в принципе, я не ждал то, что что-то выпадет. Так, опять десерт. Так, слепо на один день. Коробка с Ремингтоном 870 раз. Дымовуха. 5 дробаш. Опять слепо. Так, MG3 пошло. Слепо. Очередная слепа. Еще одна слепа. Так, 9 АВМ, я насколько помню. Ну, интересно, хотя бы обычно выглядит. Ради приличия. Так, 3 дымовухи. Одна дымовуха. 3 синих дымовухи. 3 мины лучше, чем дымовуха. Так, слепо на 3 дня. Этими слепыми можно уже питаться. Так, один знак воскрешения. Знаете, ну, наверное, лучше бы знаки мне давали бы, чем всякие там дымовухи слепы. Так, еще одна дымовуха. Еще слепо. Так, пошла ДЛК-7. Дым. Дайте отгадаю дым. Нет, не отгадал, слепо. Так, оглушалка граната.